Привет, друзья! Приветствую на канале AlexAvers в обзоре бинокль производства, друзья, Париж, Франция, Lemaire фабрикант, если я правильно произношу, имеет вот такие светофильтры. Как мне объяснили, чтобы не получить солнечный ожог при ярком освещении. И здесь то же самое, то есть бинокль рабочий, фильтры работают. Больше того, есть две шкалы. Вот что можно увидеть, на каком расстоянии. Видите, от 200 до 200, от 2600. Но я подозреваю, это метры, возможно, ярды. Ярд чуть-чуть меньше метра, хотя не могу точно сказать, чье было измерение. Возможно, и ярды, кстати. Бинокль в идеальном состоянии. Имеются линзы, понятное дело. Все рабочее. Достаточно такой тяжелый. Состояние, друзья, изумительное. На этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. До новых встреч.